Ноябрь начал днеть. Сегодня в наших душах лето. Кто молодых ведет вперед? С днем пожилого человека! День пожилого человека – это праздник мудрости, заботы и любви, который каждый день нам дарят родители, бабушки и дедушки. В то же время роль современных пенсионеров не ограничивается воспитанием внуков. В Армавире старшему поколению помогают раскрыть внутренний потенциал и творческие способности. В городском совете ветеранов каждый старается найти себе дело по душе. У нас три вокальных ансамбля, все три носят название народных. Это вот недавно выступавший перед вами ансамбль «Ретро», ансамбль «Раздолье». Самое главное, чего не хватает нашим ветеранам сегодня, это общение. И его они все находят в городском совете ветеранов. Чтобы поздравить своих ровесников, друзей и знакомых, армавирские ветераны сами вышли на сцену. Дуэт артистов исполнил любимые песни под гитару, а пары дам и кавалеров закружились в танце. Мне бы хотелось, пользуясь случаем, еще раз поздравить всех тех, кто вышел на пенсию, но не считает себя пенсионером, у кого душа молода, поздравить с Международным днем ветеранов, мудрых людей и пожелать, чтобы самое главное у них было здоровье и такой же задор, который вот сейчас царит на сцене. Коллективы городского совета ветеранов встречал полный зал таких же мудрых жителей Армавира. Те, кто не готов выходить на сцену, нашли себя в клубах садоводов, художников и мастеров прикладного творчества. Они в очередной раз доказывают, что выход на пенсию – это не начало старости, а старт нового и интересного периода жизни. Инна Лепеткина, Евгений Холманских. Служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».